Бюро находок ищет. Очевидцев ДТП, произошедшего 9 июля в 21 час 50 минут на перекрестке Химиков Лесная при участии автомобиля Kia Rio белого цвета. Просим позвонить по телефону. Документы на автомобиль госномер У-563ОН116РУС на имя Салихова Василия Шамсимухаметовича утеряны 11 июня. Обещано вознаграждение. Кожаную мужскую сумочку черного цвета с документами на автомобиль, водительским удостоверением и другими документами родины Виталия Викторовича утеряны 10 июля в районе Корабельный. Обещано вознаграждение. Фонарь видеокамеры марки Свит утерян 25 июня в районе кафе «Ананас» по Химиков 53. Обещано вознаграждение. Ключ от автомобиля «Лада Ларгу» с брелоком сигнализации «Томагавк» утерян в начале июня. Вознаграждение. Водительское удостоверение Шахудинова Рафиля Сулаймановича утеряно 12 июля в районе Химиков Корабельная. Обещано вознаграждение. Паспорт и карта Сбербанк Ильясова Рубиса Миньякфаровича утеряны 23 июня в районе городского парка. Обещано вознаграждение. Черный портмоне с водительским удостоверением и пропусками Юнайтиса Раймонда Станиславовича утеряно в ночь на 11 июля в РК «Лагуна». Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Сотовый телефон «Флай» белого цвета найден в начале июля во дворе Бызова 5. Военный билет Салахова Лифата Асхатовича найден 13 июля в районе трактира «Берлога» по Химиков. Пенсионное удостоверение социально-проездной Калининой Галины Васильевны найдены на вещевом рынке. Паспорт медполис ННН и страховое свидетельство Вахотина Александра Владимировича.